Молодые экземпляры дождевика грушевидного с плотной белой мякотью считаются вполне съедобными, спектр их использования в кулинарии широк, чаще всего их сушат, однако нередко жарят, тушат и готовят на гриле, а также замораживают. Эти грибы превосходно переносят термическую обработку, они практически не увариваются, не становятся чересчур желеобразными или мягкими. Однако все сказанное выше, касается только юных дождевиков, после того, как мякоть гриба начнет темнеть по мере его взросления, он перестанет быть пригодным для употребления в пищу. Ни в коем случае нельзя собирать дождевики грушевидные, растущие поблизости от автомобильных дорог, в черте города, около промышленных объектов. Их плодовые тела способны впитывать из воздуха и воды вредные вещества и накапливать их в течение длительного времени. Предварительная обработка дождевика грушевидного не является сложной, она включает такие этапы: тщательное промывание грибов в чистой воде, далее нужно очистить дождевики от верхней шкурки, ее следует подцепить удобным ножом и аккуратно снять. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.